Всем привет! В этом видео мы рассмотрим спиннинг Nord Stream Fenrir с тестом от 7 до 23 грамм в 86-й длине. Здесь, на Москве-реке, в центре города, мы проверим его работу с разными приманками и оснастками. А во второй части ролика с помощью 100-метровой линейки проверим его бросковые характеристики. А также устроим ему небольшое испытание. Смотрите ролик до конца, там вас ждет классный конкурс. Этот спиннинг предназначен для ловли на воблеры и железо, но во многих ситуациях может возникнуть необходимость переключиться на джиг или на поводковые оснастки. Что ж, сейчас мы проверим, может ли Fenrir нам это позволить или придется брать с собой второе удилище. Спиннинг поставляется в таком чехле, который закрывается на молнию. Комель отделен от холста перегородкой. Катушка-держатель Fuji оснащенный контргайкой, которая предотвращает его раскручивание. Сейчас вы можете видеть толщину стенок бланка. Начнем с джига весом 6 грамм. Вместе с приманкой он как раз укладывается в нижний тестовый диапазон спиннинга. Шестиграммовый джиг вершина отыгрывает прям еле-еле. Более-менее начинаешь нормально все чувствовать, только ближе к берегу. Не очень комфортно получается. Увеличим вес до 12 грамм и посмотрим, как изменится ситуация. Грамм уже четко чувствуется и в руку, и по кончику. Плюсом на забросе бланк уже ощутимо прогружается. 18 грамм. Здесь вообще никаких проблем возникнуть не должно. На 18 граммах и более вся проводка отслеживается как в руку, так и по кончику спиннинга. Теперь проверим Fenrir 140-м Jungle Cat'ом. Я вам покажу, как спиннинг работает, а там уже судите сами. Что могу сказать по использованию воблеров этим спиннингом? Лично мне неудобно ловить с такой длинной рукоятью, которая выходит достаточно далеко за локоть. Мы переместились на водообводной канал, потому что на основном течении Москвы-реки дует какой-то сумасшедший ветер. И здесь мы проверим, как будет вести себя спиннинг с отводным поводком. Сейчас у меня стоит груз 12 грамм. Ну что я могу сказать? Мое уважение в плане чувствительности. Камушки все просто отбиваются отбойным молотком в руку. Очень классно. Здесь никаких претензий абсолютно. Ну а мы тем временем перемещаемся на наш тестовый полигон, где будем проверять бросковость Fenrir. И вот мы в Крылатском, на грибном канале. С помощью 100-метровой линейки мы сейчас выясним бросковые качества этого спиннинга. Начну с веса 6 грамм и дальше по возрастающей. Когда будем бросать джиг, все будет происходить с одной и той же приманкой. Это Jackal Eyeshad Tail 2.8. Меняться будет только вес головки. Autonomy is an illusion.
В общем, результаты забросов вы можете видеть сейчас на экране. Хорошо это или плохо, судите сами. Шнур, если что, я использовал UGK G-Sol Upgrade 1 восьмижильную. А мы продолжаем наш ролик. Сейчас мы проведем с Фенрером небольшое испытание. Вот на эту высоту, порядка, наверное, 2,5-3 метров, я закину рюкзак, который весит 2 килограмма 320. Ну что, посмотрим, как он выдержит это испытание. Вообще как нечего делать. На официальном сайте Нордстрима указано, что с этим спиннингом можно комфортно ловить с лодки. Что ж, если это дорогущий здоровый катер, то возможно. Но у большинства рыболовов, я думаю, лодки небольшие, как, например, у меня, длиной 3,20. Что ж, проверим, насколько это комфортно. Ну, вы знаете, вроде бы терпимо, но все же... По мне, удобнее было бы использовать спиннинг покороче. Тут, как бы, опять же, на любителя. А теперь розыгрыш, в котором у нас будет 3 победителя, каждый из которых получит по 3 пачки джекаловской резины. Для участия необходимо быть подписчиком канала «Мир рыболова», поставить лайк этому видео, поделиться им в любой своей социальной сети и оставить ссылку на репост в комментарии. Итоги розыгрыша будут в паблике ВКонтакте, ссылка на который будет в описании через неделю с момента выхода этого ролика. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующих видео.